В этом ролике мы расскажем о подкатном домкрате ДГП-150. Подкатной домкрат представляет из себя совмещенный домкрат на раме и насосную станцию. Конструкция перемещается с помощью колес и подкатывается в рабочую зону. Домкрат устанавливается под место подъема. Под домкратом необходимо подготовить ровную и прочную площадку во избежание завала конструкции. Домкрат подключается к электросети с напряжением 380 вольт. Управление домкратом осуществляется посредством электрошкафа или пульта управления. Таким образом, домкрат имеет два режима. Комбинированный режим позволяет управлять домкратом с помощью как электрошкафа, так и с помощью пульта. Второй режим, дистанционный, управление производится посредством пульта управления. Шток домкрата выдвигается на 360 мм. Если высоты подъема не хватает, ее можно компенсировать с помощью винта-удлинителя, который может выдвигаться на высоту до 200 мм. Под электродвигателем насосной станции находится насос, который соединен с распределителем. Гидрораспределитель управляет потоками посредством пульта управления. Давление контролируется по манометру.